Всем привет, с вами Артур. И сегодня у меня в ремонте Volkswagen Golf 7. Итак, заднее крыло буду делать. Дверь задняя меняется. Передняя дверь тоже ремонт. Крылья, капот, фары, бампер. Это все на замену. Разбираю. Перед разобрал, но ремонт начну с заднего крыла. Для этого снимаю заднюю дверь. Ремонтировать буду при помощи споттера. Не все можно было сделать при помощи споттера, пришлось разрезать, и один кусочек я заменю.
Итак, заднее крыло я сделал. Зазоры ровные. Теперь буду ремонтировать переднюю дверь. Сначала я сделаю приблизительный контур двери. Для дальнейшей корректировки контура устанавливаю переднее крыло. Теперь контур прекрасный. Снимаю крыло и дальнейшие работы делаю при помощи споттера. Итак, переднюю дверь я закончил, теперь приступаю к ремонту переда. Для начала измеряю расстояние между креплениями усилителя бампера. Затем измеряю остальные размеры на машине. После измерений я знаю, что лонжероны раздвинуло после удара. Я их сейчас буду стягивать. Измеряю лонжероны по высоте. Как видите, они стоят на одинаковой высоте. Значит, мне осталось сделать мелочи. Вот эти небольшие поврежденные места. Измеряю, немного приподнимаю верхнюю полку по высоте, и затем я смогу устанавливать все остальные части переда.
Итак, все части переда установлены. Зазоры все в порядке. И на этом моя работа закончена. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!